Роман Шпатин. Раз я про заговорила, они, кстати, впервые поймали рыбу и шпату именно в Камара-де-Лопуш, рыбацкой деревне. Это глубоководная рыба, она водится на глубине от 500 метров до 2000 метров. Именно в ночное время она поднимается на глубину 600-500 метров, и именно ночью ее ловят. Поймали ее случайно. Рыбак ловил макрель, это также глубоководная рыба, и чуть поглубже забросил свою наживку и поймал эту диковинную рыбу. Что она собой представляет? Иногда достигает 1,5 метров длиной, даже может чуть больше, вытянутая длинная морда, черного цвета, без чешуи, небольшая пленочка, огромные большие глаза и выпученные, и зубы наверх, тонкие, острые зубы. Когда ее поднимают практически из-за большого давления, потому что все-таки глубина 600 метров, все внутренности выходят наружу, глаза выпучиваются, и такая вот она чем-то похожа на дракона. Посмотреть на нее можно и на центральном рынке, и видно во всех супермаркетах острова. Считалось, что до недавнего времени, что она обитает только возле берегов Мадейры. Но также она живет и возле Канарских островов, в северных морях, и обитает возле Японских островов. Но именно на Мадейре ее ловят в огромных количествах. Также рыба и шпада бывают двух видов – черная и белая шпада. Но белую шпаду поймать очень сложно, так как она постоянно передвигается, постоянно мигрирует, а черная обитает именно в определенных местах. И возле Мадейры именно в огромных количествах. И это считается как традиционное блюдо Мадейры. Шпада называется. Кстати, как ее ловят в промышленных масштабах? Это между двумя-тремя баркасиками, рыбацкими суднами. Натягивают длинный трос, металлический трос, протяженностью больше 100 метров иногда. По этому тросу установлены металлические лебедки с мясной наживкой. В основном ловят на кальмара. В определенное время с наступлением темноты это все опускается на глубину где-то 600 метров и затем поднимается. Один прием ловли рыбы занимает где-то 2,5 часа. И так за 3-4 раза за ночь ловят эту рыбу. И даже на горизонте в ночное время можно увидеть огоньки на